Снова всем сердечный привет. Павел, американский дальнобойщик, в эфире. Вот пробую сейчас жить и по-новому. С учетом того, что мой аккаунт на YouTube заблокирован, использую запасные варианты. И о чем сегодня хочу поговорить. Много людей прислали мне просьбу прокомментировать ситуацию с автомобилями на литовских номерах. Как я к этому отношусь. Поэтому я хочу высказать свое частное, личное мнение. Не претендую на роль истины в последней инстанции. Как бы не судите и не взыщите. Что думаю, то скажу. А думаю я следующее. Мой комментарий будет состоять из двух вещей. Первое. Я категорически поддерживаю этот протест. И второе. Я категорически не поддерживаю этот процесс. Парадокс. Ну, послушайте и поймете, почему. Начнем со второй части. Почему я не поддерживаю этот протест? Категорически при том. Я, как человек, живущий в Америке, на Западе уже 14 лет, уже, наверное, обамериканился в своем мышлении. Да? И для меня есть вещи, которые... многие украинцы до конца еще не совсем понимают. Одна из этих вещей, что государство имеет право на налоги, и на пошлины, и на подобного рода вещи. Исходя из этого, я считаю, что пошлины нужно платить. Люди, которые выходят сегодня, вернее, вчера выходили бунтовать против того, что они вкладов понабирали, помните, да? А теперь держава повинна им повертати вклади. Люди не хотят нести ответственность за свои поступки. То есть это же они брали кредиты в валюте, но почему-то государство остается крайним и должно за счет остальных налогоплательщиков из своего бюджета компенсировать им эти вклады ихние. Но я считаю, что это неправильно. То есть в Америке, если я взял в долг в банке денег, и если у меня не пошел бизнес, и я обанкротился, прогорел, то это мои проблемы. Правда, здесь предусмотрена процедура банкротства. Поэтому я как бы могу подать на банкротство, и банкротство это не смертный приговор. Это попытка начать все сначала, вернее шанс начать все сначала. В Украине такого нету. Поэтому совет тем, которые бунтовали и протестовали по поводу вкладов, не по поводу вкладов, а по поводу валютных кредитов. Нужно было бунтовать не за то, чтобы государство вернуло вам деньги, это совкизм, а нужно было бунтовать за то, чтобы государство приняло законы, в том числе закон о банкротстве. И если вы не можете по тем или иным причинам вести свою финансовую деятельность, то как в Америке вы очистили свою жизнь от ненужных долгов и начинаете жить с нуля. Вот против чего надо было, за что надо было бороться. Сейчас то же самое происходит и с этими автовладельцами. Да, украинское законодательство разрешает в определенных случаях ездить на иностранных номерах, на номерах иностранного государства. Но это в каких случаях? Или если это иностранец ездит, то есть я, например, гражданин Европы, приеду на машине в Украину, там гражданин Германии, я могу на своей немецкой машине, не растамаживая ее, месяц, там, два, три кататься, или сколько там по закону, и потом уехать к себе домой. Это первый случай. И второй случай, собственно говоря, это то же самое. Временный ввоз. То есть на какой-то период времени машину ввезли, а потом ее вывезли. Даже граждане Украины. Насколько я понимаю эти законы. Может, я там не сильно разбирался в теме, может быть, я не силен. До конца я не изучал эту тему. Но то, что знаю, знаю вот следующее. Некоторые деятели начинают пользоваться этим на постоянной основе. То есть привезли машину на литовских номерах или на других, и начинает ее потом перепродавать, пользоваться годами. А когда государство начинает говорить, что это неправильно, надо ее растаможить, они говорят: не, нам треба,
Ми не винуваті, злочинна влада, банду геть. Я категорически против такого, потому что это неправильно. Налоги нужно платить, растамаживать машины нужно и все такое. Но я категорически за протест как протест. Единственное, что хочу подсказать, хочу направить вот этот протест в правильное русло. Нельзя интернет хромает. Нельзя протестовать против того, чтобы определенные категории граждан жили за счет других категорий. Это неправильно. Но если эти протестующие выйдут под Верховную Раду или создадут какие-то организации, профсоюзы, не знаю, как это назвать, и заставят народных депутатов поменять таможенное законодательство, чтобы растаможка стоила приличных денег, то есть нормальных денег, не то, что сейчас беспредел в Украине, я буду категорически за. Потому что сейчас машину, которую ты возишь из-за границы, ты за нее еще минимум столько же платишь, сколько она тебе обошлась в Германии или там в Прибалтике где-то. Это неправильно. Я, будь моя воля, сделал бы следующие вещи. Например, чем новее машина, тем меньше пошлина. Например, на новые машины до 3 лет я бы сделал там пошлину на растаможку порядка 10% от стоимости в Европе. То есть сейчас мы живем в веке интернета. Есть все данные, есть официальные статистические данные. Понятно, что кто-то на базаре где-то дороже купил, где-то дешевле. Но в Америке, например, есть такая Blue Book, голубая книга. По ней все ориентируются по ценам. Я думаю, что и в Европе нечто подобное есть. Вот берешь вот эту такую книгу, Blue Book, и смотришь, ага, в Европе машина стоит там $5000. Значит, если она, или новая машина там $20000 или евро, значит, если ее привезли в Украину, 10% 2000 заплатил, все. И эти 2000 должны пойти в казну, ни на взятки, ни на что. Вот тогда вот такая вот будет ситуация, тогда будет все нормально, тогда люди будут довольны и все будут платить. Но когда ты платишь машину за 20 тысяч, ты еще 20 тысяч должен заплатить в виде растаможек. Понятно, что ищутся лазейки, коррупция начинается, взятки предлагаются, чтобы поменьше платить. Человек заплатит 10 тысяч в карман чиновникам, те ему выдадут какие-то обходные документы, и человек ездит, а государство ничего не получило с этого. От 3, скажем там, до 7 лет сделал бы 15%, потому что уже машина постарше. От 7 до 10, там 20-25%. А старше 10 вообще запретительные пошлины, чтобы металлолом не везли. Вот мое видение ситуации. То есть протестовать надо, бороться надо вот с этим таможенным беспределом, с наглостью государства бороться надо. Потому что государство Украина, защищая своего производителя, своего виробника, оно ставит запретительные пошлины на ввоз нормальной машины. Потому что украинский производитель, к сожалению, до тех пор, пока не будет реальной конкуренции, он так и не научится делать машины. Таврия не будет конкурентом BMW или Mercedes, потому что нету конкуренции. Нужно сделать то, чтобы был свободный рынок с нормальными пошлинами, и чтобы инженеры, которые производят Таврию или там машины, нужно, чтобы эти инженеры думали, что они делают, чтобы их машина конкурировала. Потому что конкуренция – двигатель торговли и залог успеха. Без конкуренции вот так и будут вот эти запорожцы производить, и больше ничего не будет. И ДЭУ всякие. Потому что зачем, если государство защищает, не дает возможности вести нормальные машины? И люди вынуждены покупать металлолом, ведра с гайками. А вот когда государство уравнит всех в правах, то тогда, если люди захотят иметь нормальный завод, который будет приносить прибыль им, они должны будут думать, что они производят. На крайний случай будут закрывать свои бренды и будут на тех мощностях собирать известные там Форды, например, или Мерседес, или Тойота, или я не знаю что. Так должно быть и так делается в цивилизованном мире. И вот за это нужно бороться активистам, за это нужно бороться
протестующим, а не за то, что я вот хочу ездить на литовских номерах и все, и хоть трава не расти, а если вы против, то буду полыть шины. Это неправильно, это совкизм, это далеко не уйдете. Растамаживать машины надо, все надо растамаживать, но нужно добиться того, чтобы ваши депутаты приняли такие правила растаможки, которые будут позволять украинцам растамаживать машины относительно безболезненно для своего кошелька и для своего кармана. Вот мое оценочное суждение, мое частное мнение по этому поводу. Благодарю тех, кто спрашивал меня об этом, кто писал сообщение. Как мог, так ответил. До новых встреч, до новых комментариев. Обнимаю, целую, люблю, женюсь. Пока-пока.